Всем привет, сейчас будет не совсем обычное видео, как и все, наверное. Видео, которое я по пути снимаю, в общем, я случайно увидел, это, пожалуй, один из самых маленьких автомобилей. Точнее, это точно самый маленький автомобиль на четырех колесах, такой более-менее как бы классический и стандартный из всех, что я видел. То есть я видел меньше автомобилей, но это был трехколесный электромобиль, его делают в Канаде. Это четырехколесный, очень интересный. Рядом мужчина стоит, тоже смеется, говорит, такой милый. У него, интересно, что у него полтора места. То есть не одно, а именно полтора. One and a half. One and a half people. Yeah. Всем пока.